Приехали на остановку «Сад камней». Набережная пока в реконструкции. Северный пляж выглядит вот сегодня так. 31 августа. Вот такая погода. Вот такая обстановка. Но, возможно, после реконструкции будет лучше. Пока. Вот спрашивают, где есть стройки. Стройки есть недалеко от отель Calm Seas. Стройки есть, где отель Fairy Bay. И еще продолжаются стройки в отеле, в районе отеля Кингтаун. Далеко на севере тоже стройки есть. Поэтому мне Чанги тяжело найти. Вот видите, и с другой стороны. Вот отель La Mer. Около него прямо стройки нет. Вот, кстати, это пляж около отеля La Mer. Но зато мы с камней рядом. Здесь очень красиво вечером. На мысе камней. Много автобусов. Автобусы привозят туристов. Преимущественно это китайские и корейские туристы. Сейчас мыс камней стал непопулярен у русских туристов, потому что много народу. Но попробуем увидеть в нем самые лучшие стороны, несмотря и вопреки. Вот, мы проходим по краю. Вот водители ждут своих туристов. Автобусы. Пляж. Ну, немного не пляж. Киоски с сувенирами. Ну, обычное, что мы хотим, это автобусной стоянки. В общем, на подступах к мысу камней все обстоит примерно вот таким образом. Идем дальше.